Эдгар Ярость Бури. Здорово, фаворит. Давно не заглядывал на стримы. Хорошо, что есть записи. Приехал в Германию заработать денег. Хорошо, что есть что посмотреть после 12-часовой смены. Привет, Эдгар. Приятно, что аж далеко, но все равно смотрят. Приятно очень. Удачи тебе и на работе, и хорошо, что смотришь. Хорошо, что радую. Так, кого мы тут пробить-то можем? Фош, минотавры. О, блин, две стервы дали. Ну. Вот обратите внимание, у них 60 ТП, минотавр, да, это вот из десяток. Мы-то попали здесь в топ. Из десяток. Это 60 ТП давить может, и минотавр может давить. Внимание на наши танки. Две стервы, две снайперских. То есть, зачем они здесь? Нам две. И хэвик, ребят, который вообще нафиг тоже не нужен-то особо. Опа. Нормальненько так точно залетело. А шо? Точненько так залетело. Солидненько. В следующий раз отсюда будет выходить. Я так понял, дерево туда завалил. Есть прямое. Я его четко прочитал, ребятушки. Я его четко прочитал, парня этого. Хорошо у нас Т-49 поиграл? Конечно, хорошо. Почему бы и нет? Шикарно, думаю. 2-0. Все по-нашему. Минус 4000 хп, ребят. Дал еще прямое, ну... Гляньте, насколько вот они позволяют себе вылазить. Это же из разряда вон выходя. Посмотрите, что делает стерва. Боже, почему у меня в команде они? Кто мне объяснит, почему они в моей команде? Опять. Как сюда попадать? Да никак. Попал как-то. Именно Тавр заехал, видишь, убивать всех. Ну, потому что имеет возможность. Это еще 60 ТП туда не добрался. Тысячу сто Минотавру! Вот это вытворил! Ой! Вот это красотища! Боже, 1100 просто! Ребята, это было несказанно сильно. Согласитесь. Эх ты, я бы добирал бы его. Ну, конечно, сольем катку, потому что у нас команда бестолочей. Ну, а что ты сделаешь? Ты ничего просто сделать не можешь с этим. Понимаешь? Просто ничего сделать не можешь с этим. Они никто нигде не может вообще. Ну, там что-то по бортинке. Какой-то запуск дал. А видите, что они просто все вздыхают в нулинку. А скорпа пробил. 100 хп осталось, видите. И фаша, по-моему, пробил. У него больше было. Их жалко. 480 всего. Я уже чисто на урон играю. Возможно, даже и фаша пробил. 600. А может, с подпалом. Кто его знает. Может, с подпалом было. Так, новую ЛТшку спать отправил. А все, да? Танки-то закончились. Хм. Нормально. Ну,
А, все, все вообще теперь, да? То было все, теперь вообще все. Еще на 400. Этот вообще никого не пробивает, эти. Ну, нормально в целом, да? В целом. Ну, пробьешь-то хоть кого-то. Боже, я и не понимаю, как это работает. А, жаль. Гаденыш. Откуда он приехал? Прострелил. Обидно. Сейчас бы еще в корпус бы мог бы этому засандалить СТ-воду. Четверочка должна быть, да? Не? Да? 4600, ребят. Медаль горы, костолом, все дела. Скорпа должен был пробить. Да, 987 пробил скорпа. И фашу, по-моему, я хорошо зарядил. 466. А кому еще заряжал в инвиз? 60 ТП в инвиз было 311. Вот фашу 466. Вафельку тут не пробили, но 480 хорошо дали. Да, надо дали. Пострадывать. Вопросов Ой, нет. Спасибо. Для того, чтобы ценить потом ощущение нагиба, когда ты действительно нагибаешь. Спасибо за то, что есть постоянные стримеры по арте. Мой самый первый донат вообще кому-либо. Спасибо огромнейшее. Просто... Ох, ничего себе. Первый, да такой сразу, скажем так, солидный. Спасибо огромное, аноним. Хорошо, что есть постоянные стримеры на арте. Мой самый первый донат вообще кому-либо. Спасибо большое. Ну, это я так и понял. Я только хотел сказать, что Эдгар, это, скорее всего, был ты. Я чуть-чуть... Чуть-чуть малеха предвидел. Спасибо большое. Огромнейшее. Очень приятно. Ну, как раз боёкчик такой шикарный получился, да? На 4600 урона. Могу посвятить данный бой тебе, Эдгар. Два пробития дал в бою. В Минотавра очень шикарный шот зашел. На 1137 урона. Ну, к сожалению, команда моя вот такая. И в инвиз зашло на косарик в этого. Товарища Скорпиона.